Привет, с вами Ирина, рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас опять орхидейка попугай. Я не успеваю просто монтировать и выкладывать видео, как она у меня уже опять выпустила новый листик. Какая она труженица. Но что меня забеспокоило больше всего, это ее засыхающийся цветонос, который она уже отсушивает. Так это выглядит. В общем, сушит она его, сушит. И как бы она не дошла до моих почек, которыми я так дорожу. Не знаю, я жду, что с них получится. И поэтому я сейчас буду вот этот вот цветонос, который сохнет, я его просто-напросто отрежу. Так, развязала я, освободила наш цветонос, и так, видите, как она сушит, сушит, и она точно отсушит его, это 100%. Так, поэтому, по сих пор. Посмотрим, как она себя поведет дальше, если что, то потом вот так вот. Ну, я думаю, все у нас будет окей. Да, я просто одной рукой снимаю, другой отрезала. Так, я это все дело замажу садовым варом. Так. Все. Видите, как эта почечка стала больше? Вот поэтому я так переживаю. Все, я замазала. И буду ждать, что же будет с этих почек дальше. Орхидеюшка растет за 2 месяца, я же говорю, 2 листика. Ну, мне очень приятно, что ей у нас нравится. Да, так что вот такое было у нас сегодня видео. Цветочек уже отцвел. Такое вот. Так что да. Всем пока-пока. Кот, Амур.